Аделина Сотникова и Давид Манукян должны были участвовать в шоу «Ледниковый период». Однако из-за травмы блогера их дуэт пришлось вычеркнуть из списка участников. Но несмотря на это, молодые люди продолжают активно общаться. Олимпийская чемпионка и известный музыкант готовились вместе покорять сердца зрителей популярного проекта своим выступлением. Однако теперь Аделина и Дава покоряют сердца поклонников своей неразрывной связью. На днях спортсменка выпустила свой новый клип. Дава в стороне не остался и приехал на премьер, чтобы поддержать Сотникова. Журналисты не могли не спросить про связь молодых людей. И на удивление публики спортсменка намекнула, что у них очень близкая связь. «Ну, я его зайка», – весело заявила фигуристка. Кроме того, девушка отметила, что между ними действительно очень теплые отношения, но правда, пока по-дружески. Сотникова выразила надежду, что у них обязательно скоро случится какой-нибудь новый совместный проект. При этом многие поклонники уверены, что Дава вдохновил фигуристку на начало музыкальной карьеры. И, возможно, совсем скоро они запишут совместный фит.